Здравствуйте, дорогие читатели! Сейчас мы рассмотрим, как подключить датчик линии. Датчик линии, согласно схеме, подключается с помощью трех проводов основных. Это первый VCC 5 вольт, ГНД минус и, соответственно, третий провод. Он может подключаться как к аналоговому пину, когда есть пин А0, и точнее АО, там написано А0, ну, значит, аналоговые пины. Можно А0, А1, А2 и так далее, сколько есть на плате Arduino аналоговых пинов. Вы выбираете любой и подключаете. Получать будете аналоговый сигнал. Следовательно, если вы подключите к пину D0, это цифровой сигнал. Следовательно, вы можете подключать к пинам, которые находятся от 13, там, соответственно, у Arduino Mega там, от 50 и до 0. Следовательно, можете подключать и получать значение от 0 единица. Сейчас в данном случае подключено у нас к аналогу пину через пин А0. Я уже залил программу, которая представлена была в книге. Включаю. Как видно, здесь есть потенциометр. С помощью его можно регулировать чувствительность нашего датчика линии. То есть, если вот сейчас я покажу, на белой линии он светит два индикатора, то, когда подношу к черной линии, светит только один индикатор, индикатор питания. А второй индикатор, который анализирует, что изменение произошло с отраженным светом, показывает, что наступил черный цвет. То есть появилась черная линия, и он прекратил гореть. Если я немножко буду отклонять, будет видно, что он загорается. То есть такая вот достаточно чувствительная настройка. Если я попробую немножко покрутить, например, до упора в другую сторону, то, как видно, на черной линии этот индикатор светодиодный, он уже не реагирует. То есть достаточно уже грубая чувствительность у него. Достаточно должно быть очень темно, чтобы что-то среагировало. И наоборот, если я до самого минимума, то данный белый свет тоже не совсем идеален, потому что тут уже есть тень. И, следовательно, он уже показывает какую-то погрешность на измерение. Поэтому обязательно нужно, перед тем, как использовать установки, настроить тонко ваше устройство. Особенно и по высоте еще определяйте. На этом все. Спасибо за внимание.